Ну просто посидим, помолчим. Тоже же хорошо. Я сейчас буду вот так на вас. Да. Ну, это, кстати, хорошее начало, учитывая, что это подкаст-раздевалка про школу. Мы с Олей были красивыми, когда это еще не было в тренде. В школе. Ну, Оля, я, конечно, слукавила. Ты, наверное, была красивая, а у меня, конечно, там не очень тебе было. Да ладно, не придумывай, не может быть такого. Не, ну прям вообще. Я сейчас считаю жестко вообще гадким утенком. Повезло мне, слава богу, что я хотя бы чуть-чуть что-то стала там ближе к Лебедеву с возрастом. Я прям в детстве вообще... Да? Просто. Ну, ты так себя ощущала, очень себе, да? Не нравилось. Ну, я себя и так ощущала, я понимала по вниманию от мужского пола, что им интересно мной как с друганом, что я смешная, прикольная девка, вот. А так, чтобы прям со мной мутить и целоваться, там кто-то хотел. Вот ты говорила, что вот на предыдущем моторе вы обсуждали школьную любовь. У меня ноль историй из школьной, потому что у меня, ну, не было вообще никаких там предпосылок внимания мужского практически. Но мне кажется, зеро. Это еще вопрос посыла. Знаешь, это такой возраст, когда девчонки вообще могут не транслировать, знаешь, какой-то вообще любовный или флирт-вайб. Да, угу. И это не всегда коррелируется со внешностью. Потому что вот у меня есть подружка еще со школы. А, ну, она сама так говорит, она говорит, ну, у тебя академическая внешность, ну, да, она так говорила, она говорит, у меня не академическая, ну, то есть, ну, так скажем, может быть, не самые правильные черты лица, но она невероятно харизматичная, она всегда, она уже в школе была женщиной. Да. В хорошем есть смысле такие, этого слова. Есть такие, да. Женственность, которая прет. Да, 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 и вот она, и у нее всегда, вот, начиная со школы, когда мы познакомились там, и, ну, сейчас она там замужем, неважно, там, долгое время, у нее всегда огромное количество поклонников, все время... Все красавцы ее, то есть она прям сразу, знаешь, вот этот вот вайб такой, причем нужно понимать, что это очень тонко, очень как бы интеллигентно, не это пошло, не, да, 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 не пошло, абсолютно вот ты точно сказала. Вот это энергетика какая-то. Да, да, то есть вот она, то есть она с парнями, с любыми, даже с друзьями, она всегда немножко на... Флирте, да? Да, да, но при этом я говорю, что это вот не пошло, как ты сказал, то есть просто вот у человека такая стилистика общения, да, и это нет такого, что она перед всеми, потому что такая у меня тоже знакомая есть, что ей вообще все равно, кто это, отец я твой. Уже, да, вот здесь. Абсолютно, абсолютно, да. Она женщина из корпоратива все время на этом. Ой. Абсолютно, недавно на грузинской свадьбе ее со стола снимали невесту, я говорила, уходи отсюда. Ой, ну такие-то тоже есть. Да, да, там, потому что вот особенно, когда у нее бывает настроение, что ей нужно, она очень красивая, очень красивая, но ей этого мало. Но пошло. Ей нужно, чтобы все, там, знаешь, всем там еще, вопрос, всем не опять хотели. Же, опять же, тоже вопрос не пошлости, а вопрос, что ей нужно, чтобы все подсветили, что она самая красивая и самая желанная. Я говорю, неважно, кто это, брат твой, дед, жених на свадьбе, ну, то есть, понимаешь, любой мужской взгляд, и вот с такими людьми бывает, конечно, некомфортно, особенно, когда ты со своим мужчиной, со своим мужем, ну, вот я... Особенно, когда тебе 14, ну, типа, тебе, а это какая-то чья-то мамина подруга, и ты думаешь, её. А у тебя было такое? У меня было, не, моя самая запоминающаяся история, это мне было 16 лет. Ну, 2 года назад. Да, спасибо. Уточняем. Спасибо. Не так давно. Это было... Потому что если мы с Олей скажем, было 16 лет, нам, это ж когда вообще... Мне нравится, Оля, так и начали. Но мы верха сняли, мы не будем об этом. 2 года но назад. Но я не могу, я не держалась. Да, я только-только начинал выступать со стендапом. Это был какой-то обоссанный, конечно же, клубешник. И выступали только пацаны. И там были какие-то крупные пацаны такие, взрослые, качки, в самом расцвете сил, и я, вот этот. Какие вот. Какие крупные качки стендаперы, ничего не путаешь. Что-то было, да. Залетевшие случайно. Случайно залетевшие, да. Такие тоже есть, единицы. Не все же медийные качки. Да, вот. И, короче, после всех этих выступлений за кулисы подходит очень взрослая женщина, у нее вот этот вайб, черная челка, шуба, она на стендапе с собачкой сидела. Да ты что? Она на стендапе сидела, собачка, она сидела в первом ряду. Какая-то двухтысячная женщина. Как хорошо описал, да? Сразу же, да, представили сразу с тобой. Да, сразу. Вот, вот этот вайб, розовая помада. Вот, вот эта щелка, вот. Шторка, которая... Как татуаж, татуаж всего просто, чего только можно. И значит, она сидела с собачкой, и у меня очень плохо заходил материал, но ей очень нравилось. Она прям сидела... Ей прям очень вкатывало. Я уже напрягся. Я захожу за кулисы, и идет она. Никто еще не смеялся над твоими шутками. Да, да, да. Я уже напрягся. Я в шоке. Да, ситуация сюр. И значит, она подходит, и я вижу, она с напором прям на меня идет. И она подходит и говорит: и стоят вот эти все ребята-комики для контраста, которые, ну, типа, взрослые, 30-летние, типа, и я. Вот, и она такая: Александр, мне так понравилось ваше выступление. Она берет меня за голову и хочет засосать. Боже, ужасно. Зачем ты при матери это рассказываешь? Кто она? Это
Швабра! Назовите фамилию. Вот, и, короче, она... Просто ты же понимаешь, что если представляешь, что это, ну, как, вот мы же не... Насилие, оно не только классически со стороны мужчин к женщине, как тебе кажется сразу, то есть тебе кажется, что ассоциация мужчин к женщине. Да, да, а если вот представь, если мужчина хотел застать девочку 16-летнюю, это вообще же ужас. Всё, капец. Согласна. Да. И это тоже ужас. И она, значит, подходит, там была очень долгая прелюдия словесная, по типу, мне так понравились ваши шутки. И я такой, да, спасибо большое. А я, ну, вообще, ну, я еще девственник был. Я такой, типа, а что это все значит? И, значит, и я уворачиваюсь, она вместо того, чтобы меня засосать, лизнула меня в ухо. Блять, ужасно. Это было отвратительно. Ой, господи, я даже... Или собака. Ну что, это собака лизнула? И причем так смачно, и она это сделала, и дальше нет такого, что, типа, какая-то заминка. Она, как ни в чем не бывало, продолжила хвалить мое выступление. Я говорю, спасибо большое, до свидания. Меня уже... Охрана какая-то, никого не было. Не, никого не было. И я как-то стал отшучиваться, типа, ха-ха, я пошучу об этом в своем новом стендапе. И я приехал домой. И я просто... Мне прям стало грязно, mm-hmm. плохо и отвратительно. Я потом рассказал об этом родителям. Мама такая, ну, ок. Батя такой, а? Вот, и, короче... Ну вот, да, эта ситуация такова, что вот это самый образ той самой маминой подруги, которая к тебе вот так подкатила каким-то очень странным образом, это отвратительно. И так как я был в том самом же еще школьном возрасте, mm-hmm. я типа такой, а, господи, фу, аж плохо стало, все, продолжайте. Ты же сказал в школьном возрасте, а я сейчас сижу такая, думаю, вспоминаю подкаст с Игорем Джабраилом. Сейчас мы тоже уходим в тему, ну, которая нас зажигает. Я такая думаю, нам надо просто оставить подкаст раздевалка, перестать говорить, что это про школу. Мы просто оголяем здесь душу, разговариваем с любимыми гостями. И на раздевание, бутылочку. Вспоминаем все свои травмы. Да-да-да, там уже какая попадина. Давайте, пока мы далеко не убежали. Оль, ты наш второй гость, который принес. Вот это ты наш второй гость. Я отличница, что в школе был. Нет, не отличница, ну ладно. Да, ты второй гость. Мы просим наших гостей приносить по возможности какие-то артефакты их жизни. И Оля второй человек, который принес. Рита и Оля, расскажи, пожалуйста. Две возрастные жизни. Да что там такое? Что это такое? На самом деле, вот вы попросили принести какие-то школьные артефакты. Ну, конечно, все самые классные штуки в Благовещенске. Но нет, не было как-то такой мысли привезти чемоданы этого всего сюда, поэтому я взяла как-то супер вот выборочно в Москву, и все, что нашла, вот сейчас принесла. Ты из Благовещенска это привезла? Нет, давно еще. Давно, да. Ну, что-то, видимо, самое ценное. Ну, что-то, ценное, вот да? Это из Благовещенска, вот это мне в Москве уже подарили, вот, но это мне подарил друг Стивен Кинг, мой любимый писатель. И мой друг Антон Лютов, он, когда еще играл в КВН, был на заезде в какой-то квартире. Ну вот, для тех, кто не играет в КВН, когда вы готовитесь к игре, вы заезжаете на какую-то хату, снимаете ее там за копейки, заезжаете с авторами, с командами, со всем, и пишете. То есть какая-то вся дешевая хата. И это была квартира, где была стенка с книгами огромная. И он мне оттуда украл книгу. Она 92-го года, я 91-го, и он мне написал: «Моей подруге Оле, вы с книгой почти ровесники, но ты выглядишь лучше. Пусть всегда так и будет». И мне, я вот стараюсь коллекционировать все, в общем-то, книги старых лет выпуска. У меня есть одна самая... у него есть известная книга «Сияние», и самый первый выпуск в России, который был издан, у меня есть, мне подарил одногруппник. И я вот стараюсь такие старенькие, и мне недавно мальчик-подписчик подарил тоже Стивена Кинга, какого-то дряхлого там на маркете купил, когда вот старые книги приносят, на каком-то маркете купил тоже старого года выпуска, я их вот стараюсь коллекционировать. Вот, и почему признал? Потому что я где-то лет 9-10, где-то 10, там 11 читаю Кинга, и, конечно, он сильно повлиял, наверное, мое становление как личности, поэтому вот всю школу я его читала, все, что было. А что ты почерпнула у него? Просто очень интересно, когда ты автора... Нет, ну просто... Ну да, такого не сильно однозначного. Не, вот, ну просто какие ассоциации ты говоришь, ну как-то, ну может там на мировоззрение, да, на какое-то становление. У меня очень сильная ассоциация с папой, потому что там первую книжку папа принес домой, и папа читал, и я начала за ним читать. Вот, мне очень нравится, что у него очень классное чувство юмора, несмотря на то, что у него ужас, триллер, там, мистика, это все через призму каких-то шуточек, прибалуточек, классное чувство юмора, и пишет о таких, ну, через ужастики, через монстров, через какие-то опасности, ужасы, все равно, как бы, часто добро побеждает зло благодаря дружбе, смелости, храбрости. У него много про детей, про подростков, которые борются с ужасом, ну, конечно, там, не настоящим, а каким-то фантастическим, но все равно же это нас учит, там, морали быть, не бояться, доверять друзьям, там, любить друзей и так далее, поэтому вот как-то вот так, наверное. Вот. Ну, кстати, конечно, если думать про монстров, с которыми борются дети, как о каких-то психологических страхах, да, то
вполне метафорично и очень, ну, психологично то, ну, что он писал. Ну, я думаю, что писал. Да, отчасти тоже. Ну, и ты когда говорила о том, что там добро добро побеждает зло, что там есть дружба, какая-то справедливость, вот для меня, насколько мы с тобой знакомы, да, угу. и видимся, вот как я считываю тебя, я вот понимаю, что у тебя как будто бы тоже заложены эти представления о том, что, ну, вот если друг, то друг, да, да и да, вообще как-то... Да, светлые. Нет, ну, я абсолютно искренне да, я понимаю, нет, я так же воспринимаю, спасибо. Вот у меня такое ощущение, поэтому как будто действительно, знаешь, это вот показатель того, как, ну, потом мировоззрение наше складывается действительно через литературу, и вообще очень крутая тема, предлагаю еще к ней сегодня вернуться, к, ну, условно говоря, искусству, угу. да, или, ну, да, искусству, угу. с которым мы соприкасаемся как раз вот в этот период, да, такой сенситивный, школьный, да, да. ведь действительно очень сильно на нас влияет, да, вот начиная с книг. Давай посмотрим, что еще у тебя там. Что еще у меня есть? Значит, я взяла из Благовещенского в Москву что-то связанное с мамой и с папой отдельно. Угу. Это... Тигра. Тигра, да, из Винни-Пуха, резиновый такой прикольный. И хочу сказать, что за лет 20 минимум он вообще не изменился. Я не знаю, что это за качество производства. Это 100% какой-то Китай. Но он вообще не высветлился, ничего не стерлось у него. То есть вообще какое-то качество топовое. Мне папа подарил... с каким-то подарком, ну, то есть какой-то был подарок, и вот он еще вставил этого тигра, не знаю, где он вообще его взял, и вот я его всю жизнь храню, и как-то подумала, что привезти его в Москву, как бы пусть мне тоже на память пусть стоит. Класс. А с мамой у меня есть вот такая рамка диснеевская. Ну, конечно, я как вот возвращаюсь к теме того, что как поп-культура формирует, то есть одна из таких заветных желаний детства было посетить Диснейленд. Я не так давно в нем побывала. Да, с чем я тебя поздравляю. Спасибо большое. И вот здесь вот с Микки Маус, Минни Маус, я не помню, откуда эта рамка абсолютно. Может, кто-то подарил, может, это как-то я сама откуда-то, может, привезла как сувенир какой-то. И здесь я с мамой. Если вот сейчас посмотреть на меня и на маму, мне кажется, я на маму здесь очень становлюсь похожа. Ну, то есть я прям, мне кажется, очень на маму похожа. Да, красивые такие глаза. Какие-то накрашенные такие, да. А вот какая маленькая, я какая-то сейчас вообще не такая. Ну, мне так кажется. Да, видно. Но я люблю эту фотку. Похоже, да. Прикольно. Вот, поэтому люблю смотреть на фотки с мамой, где она таким ярким мейком, потому что мне кажется, я прям это, когда я ярко накрашена, она прям с ней сильно похожа. Ну и. А есть вообще ощущение, что с годами все больше становишься похожа на мать? Да. Это пугает это или наоборот? Вообще я в шоке. И голос, и манера. И мне где-то как-то выглядывает мама сторис, мне говорит, у вас одинаковые голоса. Я иногда что-то ляпну, особенно вот с мужем, например. Та-та-та-та-та-та. И мой, думаешь, господи, я как моя мать. И это точность, и то, что она меня там где-то могла запилить, и я начинаю, вот я прям останавливаюсь, думаю, я как мама, радоваться или благо, я не знаю. Да, нет такого, что это как-то расстраивает или радует, просто это удивляет. Это неизбежно. Да. Ты про это знаешь, да, что рано или поздно мы все превращаемся, ну, даже так звучит, нет, как бы классно, да, то есть, но именно вот какие-то интонации, а я когда с братом разговариваю, я такая, Димуль, и что-то, я такая смотрю, я говорю, только что как мама сказала, он такой, да, вот, а когда ты, ну, там, в более юном возрасте, тебе кажется, что мама вообще другой человек, да, и какая-то отдельная планета. Да, я никогда не буду такой, как они, я буду другой. Нет, не даже не в этом плане, там нет негативного оттенка, просто другая планета вообще, это другой человек, да, и как кажется, что это вообще другой человек, и ты скорее какую-то разницу замечаешь, да, потому что какие-то несовпадения есть, то есть человек уже взрослый, мудрый, а ты еще там, я не знаю, на каком-то подростковом, а потом уже не очень подростковом вайбе, да, то есть все равно есть какое-то столкновение, а потом, знаешь, вот какой-то рубеж проходит, ну, видимо, возраст, и вообще ощущение жизни, и ты начинаешь... Опыта какого-то жизненного. Удивительно, конечно, гены не пропьешь никак. Кровь гены, и вода. Да, кровь и вода, спасибо, Оля, это лучше. Ну и принять мои коллекции, это личный дневник. Обожаю такое. Я не знаю, это, во-первых, я не знаю, насколько вам узнаваем будет этот персонаж. Вот если сейчас у детей, ну не сейчас даже, лет 10 у детей было в детстве Hello Kitty. Вот у нас, особенно Благовещенский, кто рядом с Китаем, это китайский какой-то вот Hello Kitty, типа очень известный заяц, с ним были все тетрадки, все вот эти какие-то дневники вот с этим зайцем странным или кто это, и у меня вот с ним этим зайцем дневник, и, конечно же, на ключике, я не знаю, кто помнит, у кого разблокировано воспоминание, вот этот дневник на ключике, мне кажется, это плюс-минус именовой возраст, вот, да, и именно вот как-то вот, естественно, ключик терялся тут же, но ручкой просто можно открыть. Mm-hmm. Если есть ручка, можем открыть, что-нибудь почитают. Да, надо. Надо просто ручкой поговорить. Да, или да, там булавкой чем-то. Вот, я... Я могу сережку снять.
Сережкой можно попробовать. Давай попробуем Сережкой. В общем, я его когда-то завела. А, меня вдохновило что на этот дневник? Мультик «Как говорит Джинджер» и по Никелодеон. Значит, про рыжую девочку-подростка. Это потрясающий мультик. Если вы сейчас ребенок, я вам советую его посмотреть. Он очень хорошему учит тому, как да, девочки Николай вообще... Да, Николодин вообще замечательный мультик. Я не говорю, на Николодин вообще замечательные мультики. Да, были. Да. Как вообще девочки выживать в школе, если ты обычно. Не, надо, мне кажется. А, все. О, как легко. Мне кажется, не обязательно было Сережку снимать. Да, можно просто было его разорвать и так. И значит, она вела дневник каждый день. В чем был мультик? О том, что она переживает день в школе, приходит домой и, значит, записывает свои мысли, свою жизнь. Я подумала, это очень круто, что я вообще буду вести так же дневник, как она, вот записывать каждый день и как-то помнить свою вот жизнь школьную. Мне кажется, это очень крутая важно. Практика. Да, чужие письма не дадут. Там собрать. Да. Пишите. Ну, конечно, я повела его, наверное, ну, сколько-то месяцев, а потом забила хрен. А потом, мне кажется, где-то раз сколько-то лет... Но он у тебя полностью расписан. Раз сколько-то лет начала писать. Здесь я не кажется, здесь такие вообще заметки, что мне даже самой страшно читать. Но могу... Так, во-первых, внимание, активизировала сигнализация «Закрой дневник». Какой-то уже прикол. Она была приколистка с детства. Вот, я, ну, не знаю, хотите что-нибудь зачитать отсюда? Да, просто да, очень хотим. Блять, пожалуйста, глюкоза. Я в самой... Глюкоза, зачарованные собачки. Круто. Глюкоза the best. Сердечки. Вот. Ну, тебе нравилась глюкоза тогда, вот, да? Очень. Вот мне... Я с ней когда вживую познакомилась, я об этом, конечно, сообщила. Я говорю, Наталья, несмотря на то, что мы с ней почти ровесницы, плюс-минус. Я говорю, у меня ваши плакаты висели просто вот... вот на стене, не иностранный гитарист, никто мне почему-то просто именно глюкоза цепанула так вообще, я была в восторге. Классная. Просто была в восторге. Стильная, от этого того, что это, что это мультик, время. Что скрывали ее личность долгое время, ё-ма, я в восторге. Сначала глюкоза, потом Годзилла. Сначала вариант, потом Ариана Гранде, потом все остальные, да. И давайте, хоть зачитай первую страничку, ради интереса. Давай. Весь порван уже, посмотрите. Так, значит, 18.11.2003 год. Это мне 12 лет. 12 лет. Тебе, ты еще не родился, наверное. Пожалуйста. Значит, я учусь в 7-м Б-классе. СПОШ номер 9. Средняя какая-то полная общеобразовательная школа, наверное, номер 9. Меня зовут Толя. А точнее, Парфенюк Ольга Сергеевна. Мне 12 лет. Родилась 2.08.91. Мама зовут Ирина Дмитриевна. Папа Сергей Иванович. Еще у меня есть брат Никита. Домашних животных у меня много. Две собаки, мама и сын. Три черепахи морских. Собак зовут Дина и Денвер. Нашу классную зовут Андреевская Евгения Юрьевна. В нашем классе 25 человек. Не очень интересная жизнь, но что было, то и записал. 16 девочек и 9 мальчиков. Из нашего класса мне никто не нравится. Просто первый абзац, первый уже. Все, что вы хотели расскажи знать об себе. Ольге Парфенюк, но стеснялись спросить. Да, расскажи о себе, кто мне уже нравится, она там пишет. Ну ладно. Из нашего класса мне никто не нравится. Ну и 7 А... Мне нравится... Кстати, достаточно грамотно пишу, молодец. Тут нет мягких знаков лишних, все. Мне нравится один, его зовут Андрей. Зачеркнуто сильно ручкой, потому что потом он мне разнравился, я распсиховалась, его решила вычеркнуть из своей жизни. Андрей. Он тихоня, но симпатичный. Еще мне нравится мальчик... Тихоня? Тихоня, но симпатичный. Симпатичный. То есть тихоня, ну как бы... Вроде как тихоня не нравится, потому что нравится, когда яркий парень, но этот симпатичный. Смотреть на него приятно, да? Да, ну вот как будто непонятно, в общем, ну ладно. Еще мне нравится, я даже это не помню, еще мне нравится мальчик из 7 Г. Он наоборот, какой-то псих, но симпатичный тоже. Ты ж моя девочка. Вот блин. А этого я не помню вообще. А вот так, а тихоню запомнила, а как психа. Вот псих, его, кстати, его Никитой зовут. И дальше пишу, за маской замазана, значит, белые вот это, не знаю, в школе есть эти замазки? Не знаю, но я очень хорошо их помню. Что вы на меня сразу, да, есть. Замазка замазана, и написано, но Андрей мне разонравился через месяц. Я посчитала важно вернуться и написать, что Андрей мне... Никиту не было такое, что все нравятся. Да, Никиту не помню вообще, Никита, прости, пожалуйста. Все, уже пошел случай из школы. Сегодня у меня в школе случился какой-то, подружка подралась с мальчиком. Это вот все, это все 18 ноября было. Значит, быстро. Сегодня в школе моя лучшая подружка подралась с нашим классным, в смысле из нашего класса, а не классным, пацаном Коноваловым. Он полнейшее чмо.
Оля, прости, пожалуйста, но мне 12 лет. И она моя подруга. Да, она моя подруга, ты понимаешь. Так вот, Лиза заявила, то есть у меня ничего не произошло, я про подружку пишу. Елизавета заявила, просто стархит, блядь. Понятые. Что завтра не придет в школу из-за него. Он ее достал. Еще он сказал, что... Еще она сказала, что переходит в 13-ю школу. Ну, короче, был скандал, ее довел мальчик, и она сказала, что в другую школу переходит, а я же лучшая подруга, у меня был стресс, что она реально уйдет. Я же не понимала, что она так это сказала. Вот. И, в общем-то, 19-20 ноября, и я вот писала реально... Если ты ввела его долго, давайте отлистаем в какие-то самые поздние записи, посмотрим, как изменилось вообще твое вот это вот восприятие. Что там с Андреем? Ой, с Андреем не было ничего. Он мне, по-моему, как-то... То ли валентинку какую-то подарил. А, смотрите, вот еще что я этот дневник брала с собой. На туалетной бумаге мне нарисовали открытку какую-то. Брала с собой в лагерь, где я была. Пока. Оля, люблю таких ты хороших защищу друзей. От Иришки, лагерь Пилигрим, третья смена. Улица, дом 2. Адрес ее. Пока. Потому что интернета не было, и адрес оставляли, чтобы писать письма. Все, мне вот девочка написала адрес, что мы переписывались. Никто никогда никому не писал, конечно же, после этого. Лагерь. Короче, мы обменивались дневниками, бумажками, чтобы оставлять друг друга контакты, потому что мы сдружились в лагере, но, конечно, там никто не общался ни с кем. Ну, как бы, дети, что взять. Так, уже 2009 год, это я уже учусь в БГПУ в институте. Я написала пару каких-то, что вот у меня команда КВН «Азбука», мы в Хабаровске играем. КВН, что учимся в институте, какие-то наши проекты, красная ручка какая-то тут. Учительница мешала. Тихоокеанская лига, значит, Михаил Гуликов нас редактировал, набирал команды, ну, тут про КВН жестко. По учебе я сдала сессию на все пятерки. Ой, ну, молодец. Какие-то... 2012 год. Мне кажется, Оля сейчас долистает там в конце. Ну, короче, был концерт, женский форум, ведём с девчонками, короче, блин. Самый последний посмотреть ради интереса. Ладно, институт. Ну вот, наверное, 2013-й последний. Слушай, какая ценная штучка. Вообще. А ты вела, Оль, такие? Нет, причем мне мама много раз говорила за разное время, что она говорит... как классно, типа, вести дневник, потом можно прочитать свои размышления, в первую очередь, но у меня почему-то какой-то протест к этому. Я как-то пробовала, знаешь, несколько раз писать, но у меня где-то, это вот где я писала на листочках, там это все осталось, у меня не было такой книжки, поэтому я дневник никогда не вела. У меня, наверное, дневник уже спустя много лет, вот это, ну, относительно недавно, стал Инстаграм в этом плане. А ты пишешь посты большие? Запрещенные. Нет, именно по фотографии. По фотографии, только по фоткам. Да, фоткам. Потому что, ну, когда далеко отлистываешь, то ты такой, ой, это было, и это было. Я тоже за это люблю. Институт запрещенный, больше как свой личный дневник какой-то, свое воспоминание. Да, я даже ничего не удаляю, пускай это же, ну, для меня. Мне даже не стрёмно эти фотки старые какие-то, некрасивые. Да, у меня, вот он появился, я не сразу, я вообще очень, ну, наверное, и до сих пор... так скажем, мягко говоря, не сразу приобщаюсь к новому к чему-то. Знаешь, появилось... Вот эти подкасты ваши, да? Да-да-да, подождали 10 лет, и вот. Вот, и уже, знаешь, его все вели уже, запрещенную эту сеть, а я все такая, не знаю, что-то вообще непонятно. И потом кто-то мне помог просто завести страницу, я первую фотографию выложила из Америки. Ого! В горах. Хайпанула сразу. Ну, сразу как бы, да. Да там, знаешь, я где-то в каком-то свитере сижу на диване в углу, то что в Америке просто я помню ее первую, я помню, что там. Ну, для тебя это классное воспоминание. Да-да-да, я вот там помню, я такая с хвостиком там сижу. Слушайте, а у меня с такими же воспоминаниями стена ВКонтакте, потому что ВК жестко хайпанул именно, когда вот мы были в школе, в начальной школе. В вашем возрасте, ага. В нашем возрасте. Все резко в нем зарегистрировались. Спасибо. Все резко в нем зарегистрировались. И там, если отлистывать мой ВК, меня в какой-то момент... Я листаю, понимаю, что там просто, ну, капец иногда, какой-то синдром кринжетта, я не знаю, что... Только это же, ну... Да, но там столько этих фотографий бесполезно как-либо скрывать, я иногда долистываю, там, ну, буквально-таки со второго класса вся моя жизнь, потому что у меня был период класс второй, третий, четвертый, когда прям активно вёл селфи с одноклассниками, ещё что-то, да-да-да. Что, как дневник, а ты вела ВК? Знаешь, какая история с ВК? Появился ВК, я там зарегистрировалась. Мой главный кринж ВК, и, собственно, я теперь буду настаивать до конца и топить, что это моя любимая цитата. Собственно, в цитате Лизе Шестуновой мне сказали, говорит, только какая твоя любимая цитата? Они, видимо, от меня, как эксперта психоаналитика, ожидали чего-то существенного. А я говорю, ну, в принципе, та, которая у меня, как выяснилось, висела в ВК. Даже сломанные часы дважды в сутки показывают,
правильное время. Ауф. Да. Это вот, супер. Да, и у меня была... Но, глубоко. Конечно, сейчас ВК потрясающая площадка. Но когда мою молодость было... Ну, короче, смысл в том, что был Facebook тогда на английском языке, а появился ВК на русском. А так как я училась в институте международных отношений, то в нашем кругу казалось круто быть в Фейсбуке на английском. Да, и да, только да, те, да, кто да. типа по-английски не говорят, они регистрируются в ВК, потому что им тяжело типа, быть... This is so cringe. Да. Вот, поэтому ВК — это вот для тех, кто типа по-английски не говорит. Вот, поэтому я там вот зарегистрировалась, поставила вот эти совершенно нетленочки. Вот, еще наверняка написала там любимый фильм, типа, знаешь, «Афёра Томаса Крауна». Тогда, наверное, «Жестокие игры» были, да. «Жестокие игры». Такие игры, скажи. Вот, кстати, я сейчас вспоминала. Про это вот я как раз хочу поговорить, про то, что мы смотрели, как раз и писали, смотрели, да, и читали тогда. Вот, и я была в Фейсбуке, поэтому в этом плане там моя какая-то летопись, и статусы я писала тогда. Я просто очень давно ушла с Фейсбука, и вообще как-то я, у меня такая, знаешь, период, когда вроде бы я в медиа, да, и соцсети — это классный инструмент взаимодействия, вот, но что-то как будто я перенасытилась этим, и вот я понимаю, что я, ну, обычно с отдыха обязательно, знаешь, фотку делать, что-то пишешь. Я уже второй раз улетала в отпуск, я не сделала ни одной фотографии, естественно, не сняла ни одной сторис. Я уже понимаю, что у меня одни анонсы. Как ты хорошо отдыхаешь. Значит, блин, я не могу, вот, я, знаешь, я вот сейчас вот я как будто отдохнула, ну, то есть я долгое время вела прямые эфиры каждую пятницу, религиозно, прям, я не знаю, года полтора, наверное, подписчики меня подправят. Я помню, да. Да, ну, то есть я прям занималась, потом я не могла найти свою нишу для ведения соцсетей, потому что я, ну, то есть я взрослая женщина, да, и я, условно говоря, приезжаю куда-то, ну, например, если про путешествия говорить, я не первый раз в этом месте. И будет странно, если я буду фотографироваться напротив Бурж-Халифа. Или приезжаю в Париж и говорить, боже, какой потрясающий город, знаешь. И, ну, то есть я, ну, то есть я не испытываю этих эмоций, которые испытывают, как я вижу, люди, которые первый раз едут там по Европе, например, да, и делятся своими. Ну, то есть я, ну, мне это неорганично, я чувствую себя глупо в этом. Или я такая, вот мы сидим в ресторане, я понимаю, я сама люблю такой контент смотреть, да. Но я не понимаю, вот я сижу в ресторане, я такая, вот я сижу в ресторане, но мне кажется, что мне, ну, мне это неорганично уже. А вот нам принесли, посмотрите, какие креветки в масле, а еще вот это масло, а если туда хлебушек положить. Нет, ну это я могу сказать. Вот, это про еду, это я могу бесконечно. Ну и вот я находилась в каком-то состоянии, что я не блогер, да, мне это неорганично. Я чувствую себя глупо, когда я это выкладываю. Ну не надо тогда, если тебе, вот, конечно. Потом я пришла к тому, что я решила, я не блогер, я эксперт. Вот, поэтому я могу от себя этого не требовать. И мне нужно было какое-то время отдохнуть от соцсетей, и сейчас я как-то опять собралась, и теперь я понимаю, что я все это переварила, теперь я понимаю, что есть что-то, чем я хочу поделиться, но у меня впереди, конечно, должна идти идея, вот, ну, который, ну, там, тогда я могу фотку, в принципе, рандомную выложить, я же, ну, как бы, мне же не обязательно, чтобы это все так сочеталось. В общем, сейчас я назад, знаешь, пытаюсь найти в себе интерес, знаешь, чтобы желание было это делать, потому что вот когда не хочется, не хочется. Поэтому я вот это скоро вернусь с креветками и с хлебушком. Вот. Ну вот, наверное, для меня основное, вот что я периодически, там, раз, может быть, в год, знаешь, так вот это вечером лежит, не спишься, ты начал крутить свою ленту, и уже ты там с короткой стрижкой, да, знаешь, да. И вот это вот, еще что-то. А когда запрещенная сеть закрывалась, у меня прям такая волна ностальгии была. Ну вот именно, я не знаю. Потому что все думали, что доступа даже к страничке не будет. Да я как будто даже не думала, Оля, если честно. Я вроде взрослый, образованный человек. Я понимала, что это не сгорит, как подсказку старца фура за ночь, понимаешь? Думала, вся... И все, переходите в мой ТГ срочно, Оля. Мне один раз друг разыграл 1 апреля, что YouTube, я захожу на кухню, он говорит, мы еще месяц с другом жили, квартиру снимали вдвоем. Я захожу, он говорит, Оль, YouTube, все видео удалились. Все видео, реально, YouTube вообще сгорел, все видео абсолютно стерли, а у нас там все наши выступления, КВНовские, там, с «Не спать», с «Comedy Battles», он говорит, все вообще нету. Я говорю, как? Я поверила, что YouTube просто, типа, ну, сгорел, удалился навсегда, там, все стерлось. Поэтому я легко, я сразу тоже поверила, что все, Instagram закроется навсегда. Почти уже нажала эту кнопку «Скачать страницу себе», вот это вот. Помните эту тему? Надо было скачать свою архив, типа, своей ленты. Я думаю, многие это делали.
Ну, в общем, да, в общем, такая, да, лето. Ну, у меня тоже вот по поводу Фейсбука и ВК у нас тоже так было, потому что ВК у меня начинался еще в школе, но у меня не было интернета дома, туда у нас как бы единицами был Благовещенский, у кого дома интернет, и если у меня бы и был, у меня соцсети точно бы никто не давал сидеть, типа, только по учебе, никаких этих, то есть я ВК вообще не было, потом институт я завела, потому что что-то у всех был, и надо было чуть ли не там для каких-то там обмена сообщениями по учебе, то, что он мне вообще был не нужен, мне ВК не сидела, ни с кем не особо не переписывалась, ничего. Но что у нас было, это mail.ru агент, который был прям в телефоне, и вот это как Аську я уже не застала, Аська более старшее поколение, а mail.ru агент это вот этот вот мессенджер, не смс-ок, а бесплатных сообщений, и ты и знакомились, там, переписывались. Mail.ru агент это вот такое, вообще круто, это прикольное воспоминание. Такой первый телеграм, наверное, не знаю даже, как сказать. И Facebook у нас тоже был, потому что у нас на факультете мы английский изучали и другие языки, и у нас вообще в институте там много языков преподавалось. И часто студенты по обмену ездили, и нам это привозили, типа, ребята, надо в Фейсбуке сидеть, вот Фейсбук, типа, это все фигня, ВК херня. И вот мы в Фейсбуке много общались, такая, отмечали фотки друг на друга, там что-то комментили. В Фейсбуке как будто было прикольнее. Сейчас зайти, если у меня ВК мало, что есть из детства института, а в Фейсбуке вот много всяких вот, фоток. Вот, у меня точно так же. Как-то да, вот, не знаю. Да, я вот, ну, вела, выкладывала что-то вот в Фейсбук. Считалось это более круто, короче, в Фейсбуке вести. Да, почему-то, да. Не знаю, почему. Ну вот я говорю, изначально, потому что он не был переведен. Я вот помню вот это вот. Ну, что вообще, как будто бы, знаешь... Вообще круто, типа ты в Америке. Ну типа ты на английском изи, знаешь, тебе не нужно для этого ВК, чтобы, знаешь... Смотря сколько details. Смотря сколько details, да. Слушай, а по поводу, вот мне хочется, мне интересно у тебя узнать, а вот в школьный период фильмы, мультики, книжки, ты же сказала, Кинга ты читала, еще, может быть, что-то. Вот что, как тебе кажется, именно вот в этот период на твое формирование повлияло? Ну, мне кажется, как у многих детей 90-х, вот, да, из последних воспоминаний, то, что сейчас в очередной сколыхнуло для более молодого поколения, наверное, было интересно увидеть слово «пацана», кепка американская, там, фильмы американские, перевод вот этого всего, то есть вся недоступная нам поп-культура, которая вот приходила, это было все круто. Фанта, Пепси, вот мы с бутылкой Пепси фотографировались с братом. Типа вот появилась... Ты младший брат? Старше на 5 лет. Типа появляется какая-то газировка. Мы с твоим братом практически ровесники. Наверное, у меня на год младше. Да? Он 91-го? Он 86-го. А я 85-го. 85-го. Я и говорю, а у меня брат 91-го. Да, поэтому мы, спросила, да, мы с тобой поэтому считали уже, да, что мы с тобой мытимся. Да. И вот вся вот эта поп-культура американская. Нет, ты говоришь, мы с тобой мытимся, Саша. Я со своим 2005-м, да, что же такое? Ни туда, ни сюда. Ё-моё. Ты появишься гораздо позже. Хорошо. Сейчас мы дойдем, подожди, до этой. Сначала были динозавры, потом по 90-м, Микки Маус, потом ты. Потом Рюрикович. Да. И вот эта вот вся американская культура фильмов, сериалов. Вот у меня папа работал в... Короче, в магазине бытовой техники, видео и телевизоров, и видеомагнитофонов. И у нас дома всегда была куча видиков, куча телевизоров, там, чтобы переписывать там что-то. Кассету принесли, переписали это криминальное чтиво, там себе скопировали. Вот это вот все. У нас постоянно был вот этот круговорот фильмов. Кинопоиск. Да. Бог с тобой. Круговорот кассет в природе. Практически, да, там кассету дал, переписал этот фильм, все-все-все, вышла новинка, вот, есть уже... Наклеечки клеили родители на кассеты, писали. У меня папа настолько педант вообще, что он вот на печатной машинке брал эту наклейку в печатную машинку и печатной машинке вообще писал. Мне до сих пор эти кассеты дома все лежат. Прикинь, я не понимаю. Знаешь, кассета, и ты же переписал фильм, но с другой кассеты. Видно, как переписывается фильм? Там бобины прям. Ага. Прям фильм вот на пленку пишется. И чтобы скопировать, нужно было чистую кассету купить. Вставляешь два видика в один видик. Это надо два видика иметь. Это не у всех дома еще было. Вставляешь пустую кассету в один видик, или потом были видики из-за меня. Нажимаешь на рек, там нажимаешь на плей, чтобы играла, а второй на рек. И она переписывается. Копируется. И у тебя получается болванка с фильмом. Не за 5 минут копируется, за сколько? Вот 2 часа она идет. А чтобы посмотреть фильм, это надо куда-то вставить, да? Ну, в телевизор. Ну, это видеомагнитофон и телевизор вставляешь, да, смотришь. Понял. Или видеодвойка. Это сразу телевизор с магнитофоном. Да, видеодвойка. Как в «Польчуде» старили. Видеодвойка. Прикольно. Да, кстати. И компьютерные игры, вот эти Sega, Dendy, все-все-все. Nintendo у меня было. Nintendo у нас не было, но Sega я очень хорошо помню, потому что это реально
я целый там до 4 утра могла сидеть играть в твою. Ну, это вот одно поколение. Если кто-то в Сегу играл, кто-то в Nintendo. Только в Сеге уже диски были, да, по-моему? Нет, кассеты. А, тоже кассеты. А вот у меня была Nintendo, в нее тоже такой картридж вставлялся. У меня был картридж Марио, естественно. Да. The Lion King. Класс. Очень красивая, причем игра была. Ну, это какой-то более богатый такой Nintendo. У нас Nintendo даже, мне, может, у друзей у кого-то было. Ну вот, вот Sega, я помню, да, что Sega была, потом я помню, что Sega первая с дисками делала. Там вот был этот ежик, помнишь, какой-то... А это не Sony PlayStation уже был первый? Не-не-не. Это Sega, нет, с Sega, дисками именно? Sega, по-моему, с дисками. Не помню. Ну, может быть, по поводу дисков я путаю, но точно она, по-моему, Sega такая чуть попродвинутая. Sony PlayStation, казалось, когда появлялся, это вообще... У нас не было Sony PlayStation, у нас уже был просто ПК появился дома. У кого был Sony PlayStation, это было вообще... Это все. Таких единицы были во дворе. Ну да, шли. Но это уже попозже. Ну позже, да, это да, вот да. Мой брат уже. Кассетами, да. В какой момент это все стало широко, массово, типа, чтобы у всех были Sony PlayStation, чтобы у всех были телевизоры. Ну как сейчас условно, то есть в какой момент это случилось, что. А сейчас у нас не у всех есть Sony PlayStation. Ну, я в регионы выйди, зайди. Не, я в целом про, ну вот эту базовую технику по типу видюшник, телек и так далее, потому что вы рассказываете, что это было очень выборочно. В какой-то момент же случилось, что все-таки это уже такой базовый набор. Ну, когда вы старше уже были, наверное. Ну, и то не могу сказать, что прям у всех были, наверное. Слушай, ну, я, знаешь, я так думаю по каким-то вот вещам, да, которые запоминались. Вот я в 85-м году родилась, да, вот я вспоминаю совсем, ну, то есть, ну, там, я не знаю, первые, там, не знаю, там, скажем, там, 10 лет, да, что было круто. Были жвачки «Турбо» со вкладышами, такие, которые не жуются, такие деревянные. Вот, потом были «Love Is». А потом я на какой-то день, на один из своих дней рождения просто чуть не умерла от счастья словами: «Папа, а что так, типа, это что, реально?» Когда мне папа подарил коробку киндер-сюрпризов, я просто чуть в обморок не упала. Коллекция была «Бегемотики». Это и в мое время очень круто. Это и сейчас круто. Мне и киндер купить, я уже всё, вся ваша. Коробку киндер-сюрпризов. И там были бегемотики, и вот я до сих пор помню, их там был один... Обруч крутит. Обруч, девочка полы. Лежала на полотенце, да, в на розовых трусах. Да, да, типа она летняя, загорает. Да, потом, по-моему, скрипач был, в общем... Балерина какая-то, что ли, там, в пачке, типа. Что-то было. Или в пачке, которая крутила, ну, не помню, да-да. Да-да-да, в общем, там были, вот у меня были бегемотики. Потом дальше были крокодильчики, но их у меня уже столько не было, потому что уже... Крокодильчики, пингвинчики. Вот, пингвинчики. Акулята были, но это позже. Да-да-да, позже. Вот я где-то на это отскочила, на крокодильчика. Вот это тут я возраст. Потом я помню, что мне родители откуда-то привезли шорты и футболку. Такие они, знаешь, были, вот как я люблю до сих пор цвета, вот это неоновый, салатовый, неоновый, оранжевый, неоновый, розовый. Такие, знаешь, типа в размытую полоску. И тут у меня были Том и Джерри нарисованы. Класс. У меня где-то есть фотка вообще. Я недавно смотрела фотографию, я стою, мне лет 12, у меня такие джинсы с отворотами, какая-то модная футболка, каре такое ровно отстриженное. Я такая стою, думаю, ничего, мама меня как стильно одевала. Такая, да. В общем, вот этот костюм, то есть Том и Джерри, я обожала мультик, соответственно. Я смотрела, я прям его фанатом была, Джерри, естественно. Mm-hmm. А я до сих пор. Да, у меня где-то стоит, а у меня на аватарке точно мышка стоит. Вот. Да. Все из детства, видите, все из детства. Потом Сникерс Марс. Люди делятся на тех, кто ест Сникерс, кто ест Марс. У вас не было такого? А я вот сейчас она... меня делится. Я Сникерс не люблю, только Марс. А, я Сникерс, а я Марс вообще не ем. Я Сникерс. А я Твикс. Какую палочку выберешь ты? Да, но это уже вот потом вот это все Твикс, Баунти. Вот у нас главная заруба была это вот Сникерс. Да, Сникерс и Марс. Ну, то есть вот из таких вот этих прикольных вещей. Ну, это вот в этот период, я помню. Да, потом Nintendo появилась. Но я, честно говоря, не помню периоды, когда у нас не было. Я помню, я уже маленькая была, я уже смотрела «Москва слезам не верит» по два раза за день на кассете. То есть у нас уже был видик с этим. То есть я прям вообще мелкая. Я к какому-то возрасту могла без звука озвучить обе части. Не знаю, чем он мне так... Не, ну он вообще классный фильм, вообще вопросов конечно, нет. Конечно, вот, но мне вот как ребенку нравился он и «Служебный роман». Вот эти два моих роман. Фильма. Ну вот по поводу вопроса, как в каком возрасте вы были, у всех это появилось... Короче, в наше вот там детство, подростковость, юношество, вот этот техноскачок, он был очень быстрым и огромным. Mm-hmm. Сейчас mm-hmm. там 10 лет это особо, ну что за 10 лет? Ну искусственный интеллект, нейросеть появилась, ну, и да, там очки да. Apple. А mm-hmm. раньше за 10 лет все от нуля
от того, что копилось интернет, до сотовых телефонов, которые ты можешь в Америку позвонить там, и так далее. Ну, то есть вот этот скачок, техноскачок, мы его застали, вот этот очень резкий, быстро, 10 лет, ну, очень быстро развитие произошло, поэтому тяжело сказать, как, то есть я хотя думаю, ну, лет 15-16, думала, у всех все было, а потом думаю, да нифига, лет 15-16 уже и компьютеры были, и все-все-все, то есть нет такого, что, знаешь, вот у нас у всех были пейджеры в 20 лет, нет, типа, пейджеры появились, через год уже начали первые мобильники, уже все-все, типа, я даже не застала, у меня не было пейджера, потому что уже, как бы, я была еще сильно маленькая, уже первые мобильники, уже все-все, ну, то есть быстро-быстро развивалось, поэтому, как бы, тяжело сказать, что у всех уже в это время все было, вот за эти, там, 5-10 лет реально у всех все это прошло, все этапы. Очень резко. Потому что быстрый был скачок невероятный, поэтому... Абсолютно с тобой согласна, не... реально... Не-не, я просто хочу, что отследите, как тяжело сказать, вот в это время уже у всех, оно так взято, так уже, в общем, реально. Да, реально, от нуля я помню, когда я перед компьютером, я еще даже до конца не понимаю, как все это работает, и вот этот вот модем, вот этот звук модема, который подключается 10 минут, ну, я не, фантомима не мою, тем более модема, вот, но это, знаешь, такой звук, ну, если ты его слышал, ты его не забудешь, знаешь, такой характерный, это может 5 минут здесь просто, чтобы подключиться к интернету, вот, потом я помню, Аська была, потом был пейджер, у меня тоже не было, потому что пейджер, а потом очень быстро появился мобильный телефон. Пейджеры прям вообще быстро прошла. Да, то есть, время. Мне кажется, они, типа, взрослые прям... были, те, кто что-то там работает, как бы мы там дети вообще-то не застали. Да, 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 буквально вот несколько лет тут же появился. И действительно очень резко это произошло. И в связи с этим произошла такая смена иерархических ролей в плане детей и родителей, потому что, и в том числе бабушек. То есть получилось, что как будто бы органично, когда передача мудрости каких-то зданий идет сверху вниз, да, передается от старших классов. Технологии там и так далее. Да, а так как произошел резкий скачок в плане технологий, технопрогресса, то получилось, что дети начали учить своих родителей, да, и бабушек, и дедушек тому, как устроен мир. Прикольно. Потому что он настолько резко стал другим, это реально было очень быстро. Что растерянные оказались, ну, предыдущие поколения. Да, я даже помню, что я как-то мы... То есть появился интернет, и вот этот момент, что интернет не тянет фильм, надо его скачать. Ты еще можешь скачать с интернета фильм, потом посмотреть. Да. И я помню, что мы там Шрека скачивали, блядь, несколько дней, чтобы посмотреть. Это было просто все... У меня реально психологическая травма. Вот это DreamWorks глючная. Типа, начиная с DreamWorks, мальчик кидает эту удочку на заставке, и типа, стоп. И типа, да когда же мы этого... И 3 дня мы грузили, все матерились, невозможно было загрузить. Я прям хорошо помню эти дни, когда мы не могли посмотреть. Но когда мы посмотрели, мне реально вот это вообще было. Я реально запомнила, мне травма. Я пришла... Это вот в школе, наверное, получается. И я прям помню четко момент, когда мы уже где-то в институте, плюс-минус, я пришла к другу, что-то мы в гости, и он говорит, давайте фильм посмотрим. А он такой богатый, у него хороший интернет, быстрый. И я помню. И он говорит, сейчас включим на Ютубе. Я говорю, в смысле включим, а скачать? Он говорит, не надо скачивать, включаешь, сразу смотришь. Я говорю, как? Ну, для меня это, я это хорошо помню, мне типа, как, типа, не надо скачивать. То есть ты садишься, интернет позволяет тебе просто на Ютубе посмотреть. Тогда не было особо сайтов каких-то, именно на Ютубе смотрели, я помню это. Посмотреть на Ютубе. И тоже вот уже... Ну и к 5-му курсу, соответственно, уже все. Там уже YouTube удалили. А какие у тебя ассоциируются, вот как раз, вот я говорила, там где-то 12 лет, какие мультики, фильмы, какие-то приколы? Ну, все наши, ну, все наши любимые. Во-первых, я, кстати, русские мультики очень люблю, все вот эти советские, Коза-Дереза, ну, погоди, эти архангельские сказки, по-моему, про медведя. Когда он апельсин, из апельсина апельсиновое дерево выросло. А, что-то вот это такое, да, такая стилистика еще особенно. Я вашего там, с деньгами не нать, и без денег не нать. Вот это про хрустальный мост построить. А, вот точно, это все, точно, да. Где мой мост? Когда выходил этот дедушка. Вот эти все потом, вот эти все мультики, соответственно, все Винни-Пухи, все... Утиные истории, эти, господи, как их, Скруч Макдаки, Мишки Гамми, вот эти вот все-все-все, потом, наверное, позже уже, потом были покемоны, вот ты говоришь, у тебя был костюм с Том и Джерри, а мне где-то, не помню, где мы выцепили, мне мама, кто-то, мама подарила, что ли, розовый, ярко тоже кислотный розовый костюм с Пикачу, вот здесь был Пикачу, и на шортиках, вот здесь где-то на ляжке был Пикачу, и мне подарили перед лагерем детским. Боже, этот костюм, у меня все, у тебя Пикачу на костюме, то есть это вообще было супер круто, то есть Пикачу тогда, это был вообще прикол, и уже в то время были, как-то до нас доходили эти новости, что в Японии дети пересмотрели Пикачу, у них началась эпилепсия там какая-то, там же вот эти все какие-то
да, новости сумасшедшие, там телепузиков этих запрещали, я помню. Мама говорила, надо их смотреть, там какая-то вообще чушь. Телепузик, то есть вот это вот какая-то вот, прям покемонов я точно помню вот это время. И Никелодеон я весь смотрела, если мне было ко второй смене, там, значит, в 8 или в 9 утра начинались, я прям просыпалась, стояла будильник, я смотрела эти мультики с утра. Эрнольд, эти крутые бобры, как говорит Джинджер, Котопёс, что там еще? Ох уж эти детки. Ох уж эти детки. Ну, все, что показывали, все, что у нас показывали, все я смотрела. Спокойной ночи, малыши, у вас были же, да? Тоже? Да, я смотрела. Конечно. Да. А еще там мультик был еще после них, а да. еще обязательно. Воскресенье, по-моему, в 6 вечера, то ли по первому, то ли по второму каналу показывали диснеевский мультик. Да, и в воскресенье по утрам еще. А, ну, показывали. А может быть, субботу вечером, воскресенье утром, там как-то два дня, по-моему, они один и тот же показывали. А вот... еще вот этот был классный карусель, карусель, начинает. Кто успеет, тот и сель. Да, практически. Добрый вечер. Там хорошие были всякие тоже мультики наши. Вот, вот это вот все. Блин, ну и иностранные прикольные уже. А, вот иностранные еще классные были, такие более жесткие для пацанов. Трансформеры, ну у меня старший брат тоже смотрел Трансформеры, Человек-паук там, Марвел начинался, вот эта вот тема голливудских каких-то уже сейчас там мультиков. Я хорошо помню, Человека-паука мы смотрели, Трансформеры какие-то всякие, еще каких-то про роботов там. Ну вот это вот все. Вообще, на самом деле, выбор был не сказать, что большой. Это сейчас невозможно что-то посмотреть. Ну, типа, ты выходит 15 сериалов, ты хорошо один успел посмотреть и быть немножко в теме. А тогда все, что выходило, все смотрели. Ну, то есть, потому что хотелось вот это все поглощать, все это было интересно. Вся эта поп-культура других стран. Да, меня прикалывает, что вообще в нашем подкасте приходят гости, и вас всегда объединяют какие-то очень сильно общие темы. Мы, типа, можем к этому подключиться, но даже среди нашего поколения все очень разнится. Типа, один смотрит это, один потребляет такой контент, другой потребляет такой контент, и это называется словом «контент», да? Вот, и так далее, и тому подобное. А у вас, ну вот у вас как-то все вместе объединяет. Да. Такие чисто в 6 часов в субботу, понимаешь? Да, есть 6 каналов, это если еще у кого-то было кабельное, это вообще просто бомба, когда другие каналы появились, и можно было «Отчаянных домохозяек» посмотреть по Fox Live, что ли, канал назывался. Вот, поэтому было, что, в детстве было 6 каналов, ни у кого не было интернета, и вот фильм выходил какой-то, все его-то вы смотрели, и все. Ну, кстати, вот эта база мультиков у нас вся та же самая. Ну, вероятно, потому что нам наши родители это показывали. Ну, ты расскажи вот про этот... Ну, вот, да, то есть основная база... У тебя такие, да, ну, погоди, «Утиные истории». У тебя родители включали, ты хорошо помнишь? Или, ты как... Или почему ты вот именно их смотрел? Я их смотрел, потому что это был телеканал «Карусель», и там их очень много крутили. С компа мне, если мама включала, то включала это. И потом, когда немножко подрос, стал пользоваться сам ноутбуком, я тоже помню, что я вот такой... Ну, погоди. То есть я прям осознанно помню, что рос я вот на вот этой базе «Том и Джерри». Там, да, появлялись Джерри, да. какие-то новые мультфильмы. У Лёши это... Ну, «Джерри» супер, конечно, правда. Да. «Аладдины» вот эти все. Да, кстати, вот эти все истории тоже стали появляться. Ой, это вообще... Потом Disney. Был полноценный... канал Disney, и там была передача, кстати, которую мы все смотрели, Татьяна Лазарева вела «Это мой ребенок». Там, короче, там передача, в которой родители приходят с детьми, дети выполняют какие-то конкурсы, родители должны угадать, их ли ребенок сделал там какие-то достижения в каком-то конкурсе. Это была жутко популярная передача. Я прям помню, все залипали. Мать такая смотрит на вот это пластилиновое что-то. Ну, это не мой. Не-не-не, там какая-то история. Нет, я тоже просто представляю, как родители должны угадать по поделкам, мой это ребенок. Вообще не сильно запарить кого-то по контенту передачи, нет? А давайте просто будем пластилиновое. Ну, а сейчас эти кулинарные шоу, там тоже когда в какой-то серии уже ну, ближе к финалу приезжают родственники, участники готовят блюда, да, и выносят, ну, типа, сет. И они все пробуют, должен сказать, она такая, и жена такая сидит и говорит, ну, это недосолёное, это плохо приправлено. Здесь курица не дожарена. Нет, ну, мой не мог этого сделать, знаешь? Да-да-да. И тоже очень смешно, они как, знаешь, как поделки, как будто детские. Да, и, короче, какие-то новые мультики добавлялись, там, «Фиксики», «Барбоскины». Это современные уже. Вот это уже, да, вот это наша вся современная история. Я уже до покемонов дошла, да-да-да. Вот там, где начинаются покемоны, заканчивается мое детство. Просто цитата новая ВК. Начинаются покемоны, заканчивается мое детство. Детство заканчивается. Да-да-да. Но самый отчетливо запомнившийся мне в начальной школе, там 5-6 класс, это был сериал «Кухня».
Его показывали по СТС, его вы уже все застали. Да, мы застали, я вот вообще не смотрела. Я тоже не смотрела, но я понимаю, о чем речь. Да, но мы прям поголовно, поголовно все его смотрели, и мы обсуждали. И сюжет там, нравится, там в целом, там, во-первых, очень много сезонов, потом это было очень по-движовому, это такая ситкомовская больше история, ну, которая да, тебе заходит. Там я, кстати, недавно узнала, что его в многие страны купили. Это, по-моему, наша идея эксклюзивная и оригинальная, точнее. И во многие страны купили эту кухню и пересняли, я не знаю, ну как-то даже прикольно. Я прям помню, что кухня прям была, у меня стояла на заставке телефона Лера Федорович, которая дочку шефа Катю играла. Рыжая такая красотка, и когда мы с ней лично познакомились, первое, что я сказал: Лера, ты стояла у меня на заставке. Вот, это вот, кстати, вот этот момент был, я никогда ни от кого не фанател, но почему-то вот это очень четко запомнилось, потому что мы с чуваками, типа, ну с кем бы ты замутил бы из кухни? Ну, типа, мы все время с Катей, и я сейчас с этой Катей. Это прикольно. Подружился, да, и это было что-то очень прикольное, потому что, ну, то есть прям сериал «Кухня» вот очень мне отчетливо запомнился, его все обсуждали. И ты смотрели, то есть твои погодки тоже смотрели, не только ты? Не только я и говорю, что да, тут это прикольно. Не с точки зрения меня, а тут с точки зрения того, что все смотрели этот сериал очень прикольно. Сильно. Он прям в какой-то момент... А ты смотрела «Моя прекрасная няня»? Да. Или тебя не... Или ты... Ну, я, слушай, я не скажу, что я была фанатом, и что я прям помню, ну, из серии в серию, ну, как, если ты что-то смотришь, да, такое... Ну, короче, я смотрела какие-то серии, мне нравилось. Если я попадала, я смотрела. Ты уже гуляла, если нет, наверное, то я... мне кажется, в это время. Ну, наверное, да. Я смотрела я помню все прекрасно. Серии, прям приходила домой, смотрела мои прекрасные все серии, мне кажется. Вот, наверное, похоже что-то, потому что в наше время тоже мы прекрасно, они все смотрели, наклейки эти все клеили. Ну, это такие движовые истории с юмором про какие-то внутренние отношения, еще что-то, они, наверное, всем заходят. Прикольно. Ну, и, конечно, интересно. В старших классах у нас жестокие игры. Cruel Intentions Forever. Просто, как его, Райан Филипп? Да? Не помню, наверное, не помню, как это. Да, Райан Филипп был наш крашем, нас всех, подружек всех. Ну, моим, не знаю, других не буду говорить. Ну, сейчас уже, по-моему, не очень красивый. Ну, тогда был. Тогда и, да. Да, и Риз Уизерспун. Угу. О, ну, да. Фильм крутей, крутяцкий вообще. Его я тоже знала наизусть. Вот абсолютно, я его столько раз смотрела, что я могла его... А есть ощущение, что все крутые фильмы по СТС показывали? Чтобы слушай, мне кажется, мы это уже идет. Смотрели на кассете. Ну, может, мне не кажется, знаю. Мне кажется, я смотрела его знаю. Вот на СТС. Есть такое ощущение. Хотя, может быть, и в кино. Не, но в свое время просто СТС был каналом, где вообще, в принципе, в сетке было много фильмов. Да, зарубежных. Это было очень круто вообще. И, по-моему, просто. И до последнего времени они Гарри Поттера постоянно крутят. Да, они молодцы в этом плане. Там не, в плане СТС это мое любимое. То, что как только им нужно поднять рейтинг, они понимают, что у них вот этот, например, слот 22.00. Вот ТНТ новые хайповые шоу. Они такие, что нам делать? Гарри Поттер. Сразу. И этот пятый и элемент. И они, и они перебивают слот абсолютно, то есть Гарри Поттером и там и кем-то. Да, вот еще. Это очень круто было, что не такие были киношные каналы, хотя сейчас так вообще ассоциации нет, но это прям всякие новинки там быстро выходили, типа вообще на СТС прям классно было. Если возвращаться к теме школы, и ты бы в школе своей ставила отметку, как тебе ставили учителя в школе, то от 1 до 5 ты бы какую поставила этому периоду? Именно как периоду. Моего ощущения да, там, да, как да. бы мне это... Ну, 4 с плюсом точно, наверное. 4-5. Ну, то есть мне нет... Не очень повезло. То есть у меня школа находится в не благополучном, скажем так, районе города. Mm-hmm. Вот, потому что есть центр, есть вторая микрораха, третья микрораха. Третья вообще, типа, тогда еще прям хуже было. Второй микрорайон еще было более-менее, ну, как бы такой, типа быдло район. И... Ну, пускай, бог с ними. Вот, и как бы школа была не самая классная. Типа вот была 9-я, 25-я была типа покруче. Там побогаче дети учились, попрестижнее оказалось, она была больше. Она же такая прям возле дома, прям буквально там во дворе соседнем еще что-то. Ну вот такая. Мне брат там учился, и я тут пошла. Но у нас были потрясающие учителя по русскому, по английскому, по математике, по биологии. То есть... Мне нравилось учиться, потому что мне реально нравились учителя. То есть мне... И вообще учителям, которые это заражают желанием узнавать новое, вообще просто глубокий поклон. Да, и многих, к сожалению, нет в живых уже, потому что тогда еще они уже взрослые были, а сейчас тем более. Вот. Но им, правда, низкий поклон каждому. Я в те уроки прекрасно помню. Мне реально нравилось учиться, нравилось то, как они рассказывают.
То есть это реально был какой-то подход классный, учитывая, что эта школа реально в не в самом благополучном районе города находилась, то есть просто мне невероятно в этом плане повезло, мне кажется, все, что могу сказать, поэтому только спасибо, и повезло с классом. С 1 по 9 мы учились, ну, типа вот прямо с людьми, которые мне было классно, уверенно, то есть, конечно, у нас были конфликты, конечно, кто-то кого-то там что-то булил, пытался, ну, не просто булил, ну, что-то где-то мы ругались, там, мальчики какого-нибудь, мальчика начнут обижать, еще что-то там, потом помирятся все, но было классно, у меня реально классный класс. Мы ездили за город, отдыхали, это называлось словом «отдыхаловка». Не знаю почему. Типа, мам, мы едем на отдыхаловку классом, надо, мы посмотрим по 200 рублей. Она такая, хорошо. И мы вот уедем с ночевой, с учителями, там, допустим, два класса, два учителя, мы едем. Вот все, мы лапшу варим вот эту вот дошираки, какие-то, что-то у костра вечером сидим, у нас реально дружный был класс. После девятого поуходили все в колледж, ну, большинство, единицы остались в моей школе, и нас расформировали, вот 10-11 я училась так, как бы уже, ну, не очень с близкими, там, с других классов понабрали, такая солянка, и, ну, это было нормально, мне, просто мы не очень с ней близко общались, просто вот они есть и есть в целом, как бы, ну, есть, есть, да-да, нет-нет, как бы, ровно, ну, не сказать, что плохо там, и как-то я себя плохо чувствовала в школе, конечно, всякое было, и обиды, и конфликты, но... Один раз меня директриса за волосы таскала. Вот такие я помню моменты, то есть там, чтобы с кем-то прям... Ну, были, конечно, были там из неблагополучных семей дети, которые там могли подойти, ударить тебя, толкнуть и деньги забрать, там еще что-то. Но это единичный случай, то есть нет такого, что у меня... Мне просто реально, наверное, очень повезло с людьми и с учителями. Вот, поэтому я школе, ну, благодарна. Да, хорошие воспоминания, вот. Слушай, ну вообще как будто бы, когда мы говорим, ну, о школе в частности, да, или об учебных учреждениях, то становится очевидным, что главный показатель, что ли, этого учреждения – это преподавательский состав. Угу. Потому что, безусловно, что есть, ну, какие-то вещи вокруг, да, угу, которые оформляют это, но если у тебя классные преподаватели, то как будто и предмет этот становится классным. Ну да. Вот, и ты себя там здорово чувствуешь, и чувствуешь себя вовлеченным. И это действительно, ну, большое везение, особенно когда вот в старших, в младших классах тебе попадается классный преподаватель. То, что угу, мы обсуждали, да, тоже с Игорем на подкасте, я рассказывала, что у меня брат, когда ходил в детский сад, он прям с удовольствием все делал, да, все задания, угу, там в детском саду уже начинается, ну, да, там всякие, да, истории, вот, а пошел в школу, ему не так сильно повезло с классным руководителем, угу, вот, и прям, ну, я потом поняла, это я сама еще была мелкая, не то, что там сидела, анализировала, потом я поняла, что прям человеку отбили желание к учебе, и он потом долго это, ну, как бы разгребал, и заново делал усилия уже в осознанности, чтобы опять начать любить читать, учиться, да, и он проделал, ну, я прям, я восхищаюсь ему, он проделал прям вот путь от человека, которому отбили напрочь желание учиться, угу, да, скорее выживать в школе, да, навык был приобретен до человека, который... вернул себя к чтению, там занимается шахматами с преподавателем, потому что ему это нравится, то есть mm-hmm, он смог заново полюбить и, в общем, добрать то, что ему не хватало самостоятельно, но это, в общем-то, потребовались усилия, вот, поэтому, конечно, когда тебе прививают любовь, а, точнее, даже не то, что прививают любовь, мне кажется, очень важно человеку не отбить любознательность. Ну, да, наверное, любознательность какую-то, чтобы ты сам... Зацепить, что ли, зацепить предметом, это вообще... Ну, что тебе самому, конечно, хочется узнать, да? Не вот... потому, что надо это знать, это такое, а как же это устроено, да? Ну, ну просто... то есть тебя не заставляли учить, а как-то оно плавно так шло. Ну, конечно, были какие-то геометрии, физики, но у меня там, я гуманитарий жестко, у меня там вообще просто ничего не получалось. Я как вот, я сидела просто вот, вообще ничего не понимала. А вот такие гуманитарные предметы, это реально спасибо учителям. Я помню, у нас по ученице истории... не могу вспомнить имя отчество, но фамилия, по-моему, была Киселева. И она нам не учитала. Вот у нас есть учебник истории. И она нам его вообще не читала, у нее закрыт лежал на столе, она нам какую-то доставала книжку записи тех времен, то есть как вот было там условно ледовое побоище, и когда шло ледовое побоище, был какой-то вот летописец, который там условно сидел, записывал, как оно все было, и она нам зачитывала с каждого вот исторического события вот такую вот как бы справку с первых уст, и она так еще круто, интересно читала с такими паузами драматическими, mm-hmm, таким голосом, немножко тихонечко, мы как мышки сидели слушали, мне было невероятно интересно вообще, и спасибо, а уже дома мы читали сами эту книжку, ну то есть мы сами эту книгу будем на урок
мог их проходить, она нам давала что-то интересное, цепляла, и вот это вообще было круто, конечно. И вот так у каждого учителя был такой подход. Ну и как-то вот с уважением, что ли, редко было такое, чтобы учитель там, ты условно говно, а я учитель, я все знаю, там, или сейчас вот эти все видосы из школы, думаешь, господи, кто такие учителя берутся? То есть как-то с уважением всегда, вот Ирина Константиновна, наша по-русскому преподавательница, она вот, что-нибудь я гавкну там, она на меня что-то гавкнет, что-то вот на меня психанет, и я что-то вот, а я вот-то не буду, да-да, но все-таки все равно маленькая, и она, ой, Парфенюк, ну вот вредная ты, такая маленькая, уже как бабка, вот что ты вот вредничаешь, сидишь, бухтишь, и я так думаю, реально, чё бухчу? Но как-то вот, несмотря на то, что мы дети, и они как-то вот уважали нас. Ну, как бы, это круто. Мне кажется, сейчас даже не во всех школах такое есть, в Москве, тем более, наверное. Не знаю. Ну, в общем, классно. Блин, я зацепился за твою фразу немножко в другую тему. Ты говоришь, что мы читали книги, нам это что-то давало. И вот что я точно признаю в нашем поколении, и замечаю в вашем, у вас была культура чтения книг. Понятно, что у нас переизбыток информации, и мы в выборе, вот этом неосознанном в школе, выбираем не книгу. То есть вот, что я сейчас, ну, не могу сказать наверстываю, все-таки я не настолько еще взрослый, чтобы говорить такие слова, да? Но тем не менее, вот в школе я не читал книги вообще. А литературу задавали, у вас задавали? По литературе у меня всегда было 4-5, потому что я вникал в контекст. Краткое содержание, но это вообще не то. То есть я знаю, что там происходит, я всегда красиво, хорошо напишу сочинение, вот это вот умею балаболить, изложение вообще мой личный best легко запомнил, записал вообще без проблем. Но вот именно культура чтения книг, я помню, я даже загонялся в классе 7, господи, я не читаю книги, я такой необразованный, а еще мама рассказывает, как они читали, я такой возьму. Склейка, я с телефоном, то есть как бы, ну то есть и так было всегда, и я в какой-то момент понял, что я не умею читать, не в том плане, что я именно вот, читать конкретно букву не знаю, а что вот я не умею вникать в контекст, я не умею вкусить книгу, разобраться, вовлечься в книгу, то есть вообще, и я это делаю через усилия по типу, мне нужно научиться это делать, а у вас это прям базово, мама говорит мне тоже, ну у нас не было других вариантов, а мы реально... А, 50, я такая. У нас не было других вариантов. Мы вот вникаем сразу в книги. Конечно, потому что, ну, это была наша какая-то отдушина, интерес и так далее. И вот у вас то же самое. И это мое такое интересное наблюдение, то, что у нас Кстати, хочу сказать, в свое белое пальто немножко снять на время и сказать, что мне... Я читала, что нравится. Ну, вот мне очень нравится литература и так далее, но мне такого, что вот я все читаю, я такая вся прилежная ученица, вообще нифига. Мне «Война и мир» мне далась таким трудом, я ее читала кусками, вообще вот это пролистывая. Евгения Онегина, мне тоже бесили мне эти Ольги, Татьяны, блин, что-то эти письма. Мне настолько не раздражали. Вот «Преступление и наказание», я читала, опять же, да, вайб Стивена Кинга, я с таким удовольствием прочитала вообще этот все. Мне так это было как-то понятно и логично, и интересно. Но вот это любовное безострадание, теплять, вот это... Меня просто так раздражали вот эта вот вся эта романтика. И я не могла читать, мне просто было отторжение. И я говорю, мам, нам надо писать сочинение. Я говорю, я не читала. Мне получалось пузелей. Мама доставала вот так решебники, которые у нас были, но они были у мамы. Вот эти все краткие содержания, она открывала там 3-4 страницы, читала сама, я сидела, просто ждала, пока она. Потом она мне прям под диктовку помогала. Так, типа, записываем. Прочитав это, мне мама под диктовку Евгения Онегина, я поняла, что... И мама помогала и брату мне это писать, потому что некоторые мне вообще не давались. И реально мы так читерили, читерство какое-то некое. Я там пятерки получала за эти сочинения, написанные мамой. Так же, да. Я тебя поэтому понимаю. У нас не так все было прекрасно, как но все равно кажется. У вас была культура чтения книг. Типа, у вас было все равно норма взять книжку почитать. Ну да, в библиотеку ходить. Я это прям помню. Ты ходила в библиотеку за книжками какими-то, нет? Да. Ну, ты же читала. В Москве, потому что больше было других развлечений. Ты читала тоже книги. Слушай, ну я тоже не из разряда людей, которые прям, знаешь, запоем читала литературу. В школе я читала то, что надо было прочитать. И когда смотрела на этот список летней литературы на лето, я такая думала, когда клубнику-то есть будем, знаешь? Потому что меня привозили, знаешь, это 1 июня к бабушке на даче, меня и список это... Литературы. Да, школьная литература. Я тоже, да, такая же. Я вообще не хотела.
Я вообще не хотела это читать. У нас с бабушкой был договор, что я просыпаюсь 10 страниц, после обеда 10 страниц, для меня это каторга была, да, честно тебе скажу. Часто, ну, то есть, было, потому, да. Что, во всяком случае, как-то не получилось так, видимо, что я как-то вовремя втянулась, или, может быть, проблема была в том, что мне не попалась какая-то детская литература, которая бы привила мне, да, знаешь, именно вот желание любимое, читать. Что потом... мы в 6 классе читаем, как Муму утопили. Это да, это вообще серьезно. Не понимаю, почему она в школьной программе. Ну вот зачем? Ну, Гарри Поттера лучше почитайте. Ну, что это такое? Муму, я помню, это вообще стресс. Мне никто не предупреждал. Я пошла читать, я говорю, нам Муму задали. Мама говорит, ну хорошо, иди читай. Даже не сказала мне. Я говорю, хоть один спойлер. Я потом вся в слезах, книжка мокрая. Мы по ролям читали это в классе. Ужасно. Муму, и ты, да, и я... Ужасно. Я помню. Но при этом вот я... У меня такая ситуация, Оль, как у тебя. Если мне что-то... Допустим, «Мёртвые души» мне зашли, мне было интересно. Мне очень нравилось, да, описание помещиков, да. Угу. То есть каждый помещик — это целый мир. Ревизор мне, да, мне понравился. Я, кстати, обожаю Евгения Онегина. Я если какая-то постановка, если это Евгений Онегин, я иду в театре, знаешь, я обожаю в разных интерпретациях. Надо в театр сходить. А письмо Татьяны. Мне это просто блевота. Я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Ну это какая-то вот эта романтизация. Я знаю, ваши воли меня презрением наказать, но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела, поверьте, вы его стыда, вы не узнали. Наконец-то тебе это пригодилось, Оля. Ой, красиво. Я даже это письмо, я в какой-то момент, я очень люблю плавать, я плаваю. И я, бывает день, когда ты приходишь, и вообще плыть не хочется. Uh-huh. А я такой человек, у меня 10 бассейнов, uh-huh. по 20, так 10 бассейнов. Молодец. Вот, и я плыву, Онегина. Я в какой-то момент, а мне что значит, я не хочу плавать? Мне не тяжело, я плаваю очень легко, но мне скучно. Uh-huh. Вот что значит, или на дорожку чуть-чуть, я такая иду. 4 минуты. Угу. Вот меня ломает не физически, мне эмоционально. Понимаю, вот да, вот это понимаю. Вот. Да, да, да. И я тогда, я вам пишу, чего же более, что я, что просто отключиться от ощущения, да, 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 раз, да. Бассейн. Это уже 2, или я не считала. Ну, пусть 3. Нет, я, наоборот, всегда в минус себя вычитаю. Mm-hmm. Не дай бог, я не доплыву один. Да, 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 лучше я лучше, лучше больше. Чтобы быть уверенной, что 10 точно, знаешь. Вот, Оля, 20-й бассейн. Москва, спаленная пожаром, французам отдана. И были в складке. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за него. Ух, вставил что-то интеллектуальное, все. Нормально. По школьной программе читать. Или когда я это спорт, я там отжимаюсь или что-то, я тоже, я вам пишу. Я могу, ну потому что когда ты на память что-то читаешь, mm-hmm. ты отключаешься. Да, когда настолько сильно выучил, да, не только вбилось тебе вообще. Mm-hmm. У вас было такое, что как вот в этих всех анекдотах, приколах, типа ночью разбуди, расскажешь? Да. У меня мама, да, так делала. Да. Таблицу умножения. Таблицу умножения. Господи, нет, это мой страшный сон. Таблицу умножения, стихотворение просто... какое-то. Знаете, сижу умножения? За решеткой в темнице сырой. Да, скорблённый, да, да, в него сижу, да, я тоже это знаю, Господи, слава Богу. Ой, таблица умножения вообще моя боль. Вы знаете таблицу умножения? Нет. Вот помнишь, я зелёные тетрадки, конечно, где на сзади. Сзади вот это вот. Таблица вот умножения. Это минус лета. Я ненавидела, я до сих пор ее не знаю, но мне кажется, я что-то где-то могу, я правда, я пока на калькуляторе мне... Да, 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 и главное, не, у меня просто история в том, что мы искренне всей семьей предпринимали попытки. То есть мы выучить? Прям, да, мы прям пытались, это не было, что это из разряда «Саша, учи», я сам такой, ну, ну в смысле, у кого-то там спрашиваешь... Семью-семь! Отстань от меня, пожалуйста! Вот, и короче, и там у кого-то спрашиваешь, вот эта вся история с таблицей умножения, а у нас в классе, господи, я это еще не рассказывал, нас прям гоняли по таблице умножения. Женя, вот у вас сидит 30 человек, учительница такая, Щёкотов, 7-7, это, да, это вот это. И ты такой, и ты, дай бог, успеешь подглядеть, ты садишься. Дай бог, 5-5, да? У меня каждый раз атаческая паника случалась, просто катастрофически. Это я реально, так, да, я помню, что-то... я летом к бабушке говорю, бабушка, мы учим таблицу умножения. Она такая, Саша, я сейчас тебя научу. И я прям, ну, я знаю, как мы это сделаем. Да, и она у бабушек был свой метод, ты помнишь? Она, меня, она вешала на стену распечатанную таблицу умножения. Лайфхаки какие-то? Да, она вешала так прям перед моей кроватью, я должен был перед сном так смотреть на нее. Запоминаю, зрительная память. Типа она мне запомнится. Я такой просыпаюсь так, нет, ничего не помню. Это так не работает. Ну, я до сих пор её не знаю. Ну, мне это отрадно слышать про классных преподавателей, потому что я тоже с большой благодарностью отношусь к преподавателям, которые меня
меня заинтересовали, такая пришла, знаешь, заинтересуйте меня в школу. Ну, это правда, не, ну, наши, это же дети, да. Мы же внимание вот так просто. Но я еще для меня очень важна была персоналия, я думаю, что это вообще важно, но для меня супер важна была персоналия преподавателя, потому что не то, что я была такая супер любознательная, знаешь, или амбициозная, mm-hmm. чтобы мне нравился какой-то предмет, mm-hmm. и я, вопреки всем ветрам, его изучала, там, какую-то дополнительную литературу, это не про меня. Вот если был классный преподаватель и классная подача, вот, например, два предмета, да, физика и химия. Ну, они, ну, я не скажу, что они похожи, но, так скажем, ну, я не знаю, ну, сопоставимы. И то, да? И то ебатня, я бы сказала. Вот, для меня преподавательница по, я просто... преподавательница по физике у нас вот, как знаешь, антипод твоей преподавательницы по истории, она просто наша задача, что мы делали на уроке физики. Кого вызвали к доске, на кого вот эта рулетка, знаешь, выпала, тот выходил и пересказывал главу учебника, который мы должны были прочитать. Ой, всё. И все, да, это вся было. Учеба. Ну, это вся, конечно, учеба. При этом никакие опыты прикольные, ничего не показывали? Никакие опыты она, правда, не показывала. Я помню МЦ квадрата до сих пор. То есть она могла, даже она не вызывала к доске эти задачки решать, даже она давала их на дом. Понимаешь? Но я тебе говорю, там вообще... Ну, и у нас, при том, что у нас там особо не хулиганили в школе, у нас жесткая дисциплина, дисциплинарная тетрадь отдельно, дневник отдельно, потому что твое поведение не должно влиять на твои оценки, ну, конечно. Вот. Реально отработано. А, да, и ей приклеивали, она все время, она единственная, у которой был колокольчик, и ей все время жвачка этот язычок приклеивали, она вставала... А, тут нихера. Это единственное развлечение на физике было. Ну, все, что я классный и помню, промысел. Это вот этот рычаг, да, который можно землю перевернуть, и МЦ квадрат. Ну, я, конечно, утрирую, но условно говоря. Вот, и химия. Сложные эти все формулы, но у нас такая классная была химичка, что в какой-то момент было прям сложно с химией, она еще требовала, я с ней несколько раз дополнительно позанималась, разобралась в этом, и я прям вот, если я не решу все эти примеры, при этом я занималась не дополнительно, никогда в жизни мне не давали ничего, что будет на там проверочной работе, то есть ты просто тренируешься решать эти уравнения, но всегда будут другие, потому что она была классная, ей нравилось, у нее была задача научить тебя. Да? Вот уравнения типа химии. Вот, ну, потому что по-разному было с дополнительными, кто брал дополнительные, знает, да, преподаватель, если он тебе платит деньги за дополнительные, это не маленькие обычно, то, конечно, твоя задача еще показать, что ты чему-то научил. Будет странно, если твой родитель платит за дополнительные, а ты тройки приносишь за от нее же, понимаешь, да? Вот у нее это принципиальный был вопрос, и я до сих пор помню контрольную, я уже с ней занималась, я уже разобралась во всех этих формулах, валентности, невалентности, как куда что перекидывать. Ой. И вот этот вот листочек, там, допустим, 10 уровней уравнение, нужно решить 9 на пятерку. То есть можно в одном ошибиться. И у меня решено 9, и в одном ошибка. А она при мне прям, у нас дополнительная. А послушай, она при мне берет мою контрольную, у меня дополнительная. При мне, ну, проверяет ее, как будет. И она в одно зачеркивает, остальные типа 8 плюсиков. И она мне такая, и она переворачивает, а у меня там решено 10-е правильно. Мы так с ней обе обрадовались. Я до сих пор помню, знаешь, и она на меня вот так вот посмотрела. Слава Богу! И я такая, да, потому что мне перед ней было, знаешь, и перед собой, потому что я прям разобралась, потому что, согласись, такая, ну все, 2500 возвращать? Нет. Да. Вот, поэтому, если я вот завершаю мысль, если я их в чем-то плаваю, то я вот это вот первое, я даже не буду сидеть там, ничего высиживать, автоматом мне ставьте это зачет, ну вот это вот отлично. Но если я, Оль, старалась, если я вкладывалась, то если я вот... разбиралась, я один раз Вяземского чуть, мне кажется, до обморока не довела взрослого человека, я не уходила, я говорю, я еще билет возьму, потому что мировая литература, это мировая литература. Я отсюда с четверкой не уйду. Он такой уже, типа, говорит, Оля, уходите. 4 отличные оценки. Я говорю, я ищу. Давайте. Знаете, вот, когда... японская литература. Давайте. Что, говорит, японцы, можно познать весь мир, не выходя за калитку своего сада. Следующую давайте. Мертвые души. Символ тройки, который промчался через рой. Я такой, Оля, уходите. 4 это хорошая отметка. Сколько ты заготовок сегодня в шоке, Оля? Это не заготовок.
оно вот здесь. Это всплывает. Корочки. Всплывает. Знаете, когда учитель забыл про контрольную, это самая Оля. А помните, ну вы контрольная говорили будет сегодня, вам напомнить надо было, и весь класс такой. Нет, пиздюли я тоже не хотела в коридоре получить. Давай тоже. Нет, таких мы не любили. Я еще хотела сказать по поводу учителей, что, ну как бы, все равно, наверное, характер проявлялся в школе. И, конечно, мне нравилось всегда там выделяться, мне нравилось всегда кого-то насмешить, мне хотелось произвести впечатление там на людей, на одноклассников. И мне, я помню, вот сейчас, как ты рассказывала, я четко вспомнила, что мне всегда хотелось, чтобы меня учитель запомнил и отметил. И это вот реально часть характера, когда ты вот хочешь, чтобы учитель тебя знал по имени, по фамилии, ну, типа, так, точнее, так быстрее всех узнал, запомнил, и чтобы вот ты как-то был с ним на одной волне, и всегда хотелось как-то рассмешить, как-то прикольнуться, понимаю. Что-то надо как-то было да, вылезти, было. Какой-то выскочкой, может быть, что-то где-то это, чтобы запомниться учителю. Мне, вот, мне было это важно, чтобы меня запомнили, как, причем как положительно, не какая-то там какая-то пизданушка, которая сидит там, перебивает и так далее, а как-то вот, и реально мама приходила в собрание, давала мне пиздюли, говорит, тебя хвалят учителя, ты молодец, типа активная, все там, отвечаешь, много этого болтаешь на уроках, еще там перебиваешь, там лезешь, еще что-то, вот у меня как-то так постоянно было, я вроде и хорошо училась, и вроде вот мне по поведению двойки-тройки, вечно, что Парфенюк рот не закрывается, на последней партии, она сидит, что-то пытается постоянно сказать, насмешить кого-то где-то, привет. У меня реально было такое, что мне хотелось, вот, чтобы учителя меня запоминали. Слушай, да, я никогда это не анализировал, но сейчас понимаю, что у меня было то же самое. Ну, даже если ты за последней партой, тебе нужно что-то вкинуть. Ты смотришь на то, как это, насколько вообще хорошо шутка зашла. Как аудитория реагирует. А что по панчам вообще сегодня? Да-да-да, насколько теплый зал сегодня. Класс, теплый класс. Да-да-да. И у нас была классная руководительница, Виктория Борисовна, привет-привет. У нас вообще суперские были отношения, и вот она всегда реагировала на мои шутки. Я такой, да. Все. Да. Вот, то есть мне прям тоже вспоминаю, очень важно было, очень важно. Ну и, конечно, как отреагировала девочка, которая тебе нравится, тоже это всегда было очень важно. Я уже, знаешь, предполагаю, что будут комментарии. Мы так ждали Олю Парфенюк, а ты все про свою хуба-бубутку. Ну, извините, если меня было много, просто... Не, мне кажется, это... Ты знаешь, когда ты зовешь людей, с которыми ты уже знаком, которые тебя располагают, и... Мне классно раскрываться перед тобой, общаясь с тобой. Спасибо, это мило. Ну, мы же болтаем, как бы нашу интервью. Не, я просто себя поймала на мысли, что я такая, и про химию вам расскажу, и про Вяземского, и стихи буду читать сегодня. А мы в тизер, короче, мы тизер сделаем, где Оля что-то зачитывает. И я просто так. Да-да-да. Я на Олю взяла. И я на калькуляторе что-то считаю. И Оля просто так. И рампы свои. И мостик сейчас, знаешь, когда физкультура. Да, в конце, да. И вот эту вот дристатушечку сделала. И флешмоб тебе тут, и вот это все, да-да-да. Да. Слушай, ну класс. Ну, если такой легкий саммари подводить, у нас есть, ну, как будто три темы, да, касаемые школы. Это отношения родителей к нашей учебе в школе, отношения с преподавателями, отношения с одноклассниками. Как я тебя услышала, климат был вполне приемлемый в классе. Понятно, что не без... мы все живые эксцессов. Люди, да? Да, не без эксцессов, но, да, в целом мог. Относительно отношения с парнями, ты была с своим друганом и как ну, будто у меня, бы... Ну, да, правда, не... Мне не было никаких отношений. Я поцеловалась в институте уже первый раз. А первая влюбленность была какая-то школьная? Ну, вот нравится, вот Андрей вот был. Мы же зачитывали про него. Уже знакомый. Андрей. Потом у меня была... смешная история, я про него в женской форме, по-моему, рассказывала. Значит, мне понравился мальчик Дима во дворе. Дима. Причем мне всегда нравились какие-то смуглые. Вот этот, что Андрей был смугленький, что Дима был. Мне какие-то все время нравились, уже как будто турки туда куда-то шел, не знаю. И этот тоже Дима был такой смугленький-смугленький. И, короче, мне нравился Дима. И мама как бы знала, что вот есть такой мальчик Дима. Не то, что он мне нравится, а просто, что вот есть во дворе Дима-Дима. И она когда приходит домой, говорит, ёб твою мать, Дима твой у нас в подъезде насрал. И у меня... Как рукой сняло эту влюблённость. То есть реально не было же кодовых замков. Ему, видимо, приспичило. И так. Мама запалила, как он... А в подъезде он нашем не живет. Но на зрителя же знает, что за мальчик душ. О, Дима из нашего подъезда выходит. Там прям свежее наложено, как говорится. И он, видимо, приспичило. А домой-то неохота идти, загонят или заставят уроки делать. Да-да, загонят домой. И ему что-то приспичило, он решил в нашем подъезде. И я все разлюбилась того дня его. Странно. Как он мне... И в подъезде, и в душу, как говорится, Дима. Тебе не стыдно? Вот какое-то такое, чтобы прям
очень... Я помню, у нас во дворе девочки начинали встречаться с мальчиками, какой-то был такой прикол, что вот есть, допустим, три мальчика там, Илья, Дима, там, Миша, и мы три подружки, там, Лиза, Оля, там, какая-то. Надо разобрать. И надо, да, и вот Илья начал там с какой-то Оксаной, и мы остались, и у него друг другу, два друга, и мы две подружки, и мы что-то как-то... Но от них же нет какой-то активности, они не начинают там этот первый шаг какой-то делать, ничего, думаешь, ну а я что, тоже, я тоже не буду. Ну и как-то оно все не получалось, не, мне не было такого, чтобы я с кем-то гуляла в школе именно, там, целовалась там за ручки вообще. Вот где-то в компании, да, в школе мне, я как-то поняла, что на пацанов внешне не произведу впечатление, как никакое мне не получается, у меня еще зуб был сломан, ну как бы вообще куда, вообще никак. И я как-то поняла, что мне нужно вот характером, чувством юмора, у меня это получается. То есть у меня пацаны не дрочили, не влюблялись как в женщину, но они мне как-то респектовали, что вот я тоже смешная, такая прикольная, так, типа вот, да, смешно пошутила, типа ржали с моих шуток, и я тогда думаю, блядь, пойдёт и так. Вот, как-то вот у меня вот реально в школе не было никаких историй романтичных. Но на 14 февраля, так как это вот у нас сейчас мы снимаем свежий праздник, только что прошел, я получала валентинок, наверное, даже больше всех. А у меня потому был... что тут про душевный отклик. Тут... И у меня... Да, да. Это Коля Коновалов, который первый я читала про него. Значит, мальчик, который нравился всем девочкам в классе у нас, потому что он милированный был. Ну, это все пиздец сразу, секс-символ. И, значит, все ждали, кому Коля подарит валентинку. Понятно, так. Эти подарили, эти, там что-то мы по всем-всем. Но Коля кому-то одну приберег. И он с этой валентинкой ходил-ходил весь день, и на физре мне подбежал. И вот так, знаешь, ну не можешь вручить, надо как-то дёрнуть, как-то сказать, ты там какашка, дура. И он мне вот так как-то запихал, вот чуть ли не сюда эту валентинку. И я смотрю, что это валентинка, там написано, что это Оля, и я единственное от него получила. На меня так Светка пацанно смотрела. Она просто тебе. И она с таким все, и я такая думаю, блин, я все. Я сегодня Кристина Гилера минимум. То есть мне было очень приятно, хотя я как бы внешне там не отличалась далеко. Вот ты когда рассказываешь про историю, что, ну, как будто я внешностью не привлекала молодых людей, да, и нашла для себя вариант, что можно быть смешной, чтобы меня респектовали, мне ассоциативно кажется, что это про то, что ты по какой-то причине не замечала, как на тебя смотрят. Потому может что быть. Рассказ про большее количество валентинок еще от того самого именно тебе как раз говорит об обратном. Такое часто бывает, когда вот я рассказывала про свою подружку, которая уже женщина-женщина, да, была с самого начала. А я, например, тоже, знаешь, ну как будто бы не всегда замечала, когда на меня внимание обращают. Вот почему я об этом подумала? Я не скажу, что у меня не было идеи, что я не привлекала, но у меня не было такого, что я на каждый взгляд, знаешь, там, типа, отвечу взаимностью. И вот твой рассказ мне скорее напоминает о том, что девушка, которая не замечает, знаешь, влюбленных взглядах, когда у тебя у самой еще такой, знаешь, ну, подростковый вайб, потому что у меня долго был подростковый вайб. Да, и мне было проще общаться с пацанами, даже которые мне нравятся, на дружеской волне. Мне вот было не просто вот, ну, тревожно вот перейти вот в фазу мужчины и женщины, а вот на поле дружбы я себя чувствовала суперкомфортно. Да. Вот. И тогда, когда ты сам еще не готов перейти вот, ну, как бы в новое свое стадию. Ну, что-то такое, да. Отношения. Ну, вот нет, этого... когда ты еще сам не готов, как женщина, общаться с мужчиной, то ты и с большей или меньшей степени осознанности не замечаешь внимания в свой адрес. Потому что если ты его заметишь, надо как-то ответить. А если ты такой не замечаешь, мы типа друзья, то можно на этой волне и дальше двигаться. Кстати, это очень интересный момент, я у себя его вспоминаю, когда ты такой, ну, вроде мы дети, вроде мы просто вместе учимся, а тут какие-то чувства появляются кому-то первые, и ты такой, а что с этим делать вообще? Да, как этим интересно пользоваться? То есть это нужно как-то сказать, это нужно что-то... То есть у меня благо, я мог с родителями это обсудить, сказать, мама, мне понравилась девочка, дай тыщу. Я ее поведу куда-то там в кино. Ну, ладно, 500 рублей. Ну да, сейчас, нет, я сейчас-то курс понимаю, что другое. Ну сейчас, да, всё-таки немножечко по-другому. Раньше на тысячу ты что, 100 рублей? Да, и я прям помню, и вот я подкладывала эти бесконечные шоколадки, мне нужно было вот прям 4 года, и когда я уходила из этой школы, это было уже, господи, 8 класс, и я все равно такой, я напоследок, вот это вот инкогнито в кино, но она будет знать, от кого это. Вот, поэтому, да, было такое. И когда только эти чувства зарождаются, ты не понимаешь, как ими пользоваться. То есть вот, если у вас какие-то... вообще, что, ну, физически не понимаю, что с тобой происходит. Это да, тяжело, да, еще же гормоны. Вот, я хотела еще просто мысль вкинуть последнюю по поводу женственности, что вот этой женской энергии, которая у тебя действительно иногда уже в детстве и в подростковом возрасте, если ты уже можешь как-то вот, я такая вся эта, и мальчик такие, боже, все, и у меня оно и не появилось. То есть мне правда, мне кажется, мне этого нет.
Я недавно была со своим преподавателем по актерскому мастерству, меня позвали на один кастинг, и я очень переживаю, там, пройду и не пройду. И я пришла к нему взять, как, скажем так... мастер-класс. Ну, у меня все же мастер-класс, чтобы на пробам подготовил, прям роль выучить с ним вместе, что он мне немножко подсказал там по-режиссерски, чтобы я пришла на пробы как-то уже более готовая, а не сама с собой занималась, а с ним, со стороны. И мы с ним прошли, он мне похвалил, говорит, все, молодец, классно, там, я сняла себе на видео, он говорит, все хорошо, но тебе надо секса добавить, потому что у тебя персонаж, у тебя с ним, с мужчиной сексуальное напряжение в кадре, а у тебя этого нет, ты не даешь. Я говорю, а у меня и жизни нет. У меня, правда, вот все отношения, которые у меня начинались, они у меня не начинались с какого-то «Привет, а я, а что, уронила брошку». Но вот этого у меня реального нет этого в жизни, я как-то всегда как-то вот по, не знаю, что на равных как-то вот я другим как-то всегда старалась брать, потому что мне, ну это не мое, а у меня нет этой женской энергии, и мне кажется, и мне кажется, да, мы с тобой похожи, правда, в этом. Сидят две просто, ну, соски, да, и такие, ну, женственность не про меня. Ну ты же понимаешь, про что мы говорим? Есть одно дело какая-то... Было бы странно, если бы я прям понимал, про что вы говорите. Ну, условно, есть вот эта девочка, какая-то я вот понимаю, женственность и женская энергетика. Да, она вот девочка, да, она да. У нее прямая спинка, она такая вся. Ну, да, нет, это дверь мне стульчик, там пальто мне подать. Я как бы вот, а есть, а типа, вот эта, у которой как... бутылка уже открыта, она такая, помоги. Да, да, а есть ты как бы, ну не то, что ты пацанка, но ты какая-то вот по-другому себя немножко ведешь. Ну, другая органика, да. Просто принято считать, что проявление женственности это вот, ну, ну, не лицо и не внешность. Да, именно, ну, то есть... Я думаю, как это объяснить, я думаю, что вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, особенно да. Кому отзывается вот наша органика. Просто если раньше мне тоже казалось, что во мне мало женственности, да, то потом я пришла к тому, что это тоже женственность, да, то есть просто это моя органика, потому что мне, вот у нас проект есть еще игра, когда ты достаешь вопрос, и тебе параллельно надо какое-то действие делать, и мне нужно было тверг делать. Ну, там до тверка, даже Оль, вообще как до луны, но я даже просто вот так вот встала, и я понимаю, что даже несколько вот так вот движений попы, особенно в камере, в игре, мне настолько это некомфортно, ужас, что я просто красная стала, только это мое же шоу, понимаешь? Я представляю тоже вообще. То есть для меня, я не могу расслабиться, то есть это не будет некрасиво, не сексуально, это будет очаровательно, потому что я буду смущаться абсолютно искренне. Да, мило. Очаровательный тверк. Очаровательный тверк. Немножко жалко человека тоже. Ну, а что немножко, да, подвязок по испанскому стыду в посольстве, да? Вот, и, в общем-то, будет то же самое абсолютно. Вот это все, что касается тоже движений тела, какой-то сексуальности, вот танцев вообще тоже абсолютно не моя тема. Я такое бревнище абсолютно. В танцах вообще везде. Вообще, давай, как из одной детской. Поэтому мы с тобой родственные души. Мне кажется, даже это... В имени есть такая энергетика. Ну, вот как будто Оля, это часто такая реально. Да, сейчас он циклон засыпал нас. Да, ну, то есть больше... Ну что, это был чуть-чуть. Подкаст-раздевалка? Вообще. Да. Вообще мы тут раздеваем свою душу друг другу. Спасибо, Алёна, что ты пришла. Спасибо, что тебя очень ждали. Рада, что мы смогли по датам сопоставиться. Да, ура! Да. Ну что, кайф. Спасибо большое, спасибо. Оль, что ты пришла. Спасибо что смотрите. Да, спасибо. У нас неповторимое в глазах. Извини, что тебе придёт. Давай. Давай, брат, начало рекламы. У меня обязательно вот эта вот история, да. Начало рекламы тебе, да. Друзья, спасибо, что смотрите. Оль, спасибо, что пришла. Спасибо, что позвали. Спасибо бренду Zenwear за то, что одели нас с Ольгой Андреевной. Да, вообще. В этом пиджак, выпуске. Пиджак забираю, да. Плечи наши, все. Пиджак ты тоже же любишь, да? Плечи. Обожаю, да. Мне тоже вот этот мужской. Вообще, красота. С вами была Ольга Кузнецова, Ольга Парфенюк. И Александр Щекотов. Все, спасибо. Пока-пока. Спасибо большое, пока. Мне понравилось все. Я вообще люблю вот эти вот все ворошить воспоминания. Ну, наверное, каждый человек любит про себя немножко рассказать, про себя поговорить, там немножко вот этого самолюбия легкого такой налет. Но детство, с детством только все самое теплое как-то у меня связано. Ну, нет, конечно, не очень хорошее тоже было, но воспоминания классно, всегда воспоминания классно вот эти вот все поднимать. Вот я уже чуть тут на слезу пару раз чуть не выходила, чуть вспоминала, думаю, господи, что-то не прорыдаться, тут не расплакаться. Я вообще очень сентиментальный человек, очень, и мне вот это вот все всегда отзывается, греет, поэтому спасибо, что мы как бы это в очередной раз подняли. Да, спасибо, что разделила это с нами. Спасибо, ребят, спасибо, что позвали. Спасибо большое. Спасибо. Вообще было супер.